Ассаламу алейкум, братья мусульмане. Будем говорить на русском языке, чтобы люди поняли, где правда, где ложь. Как я говорил, я несколько раз делал про ролики про Тумсу, про его лицемерие, про его джахилию. И сейчас я в этом убедился, что я на правильном пути, иншаллах. Он, это мысли ислама, или как они его называют, мысли обмана, закинул ролик, где Тумсу говорит, что типа мы, блогеры, которые против него пошли, которые выражают свое мнение, они дурачки, типа, что они никто, что он выше их, например, да? Что если их всех собрать, говорит блогеру, который против Тумсу, типа, что как у него подписчиков не соберется. Это все говорит о лицемерии Тумсу, о его высокомерии. Тумсу не знает ни шариат, ни Коран. Он просто болтает, он болтун просто. Клянусь Аллахом, он 90% того, что он болтает в интернете сидя, это в ложь. Это ложь. И вы верите этому человеку. Не знаю, или может вы от безделия слушаете его, я не знаю, может и хотите ему помочь там деньгами, я не знаю. Но этот разговор Тумсу в голосовом чате, да, явно указывает на его лицемерие, на его высокомерие, на его жажду деньгам, к власти и к подписчикам. Клянусь Аллахом, Тумсу, валлах, биллах, таллах, у меня никогда не было мыслях собрать подписчиков там, чтобы много было, чтобы деньги были, понимаешь, Тумсу? Я и не лицемерь какой, как ты, и как Хасан. Понимаете? Вы что думаете, если подписчиков собрали, деньги собрали, то людей можно обманывать, да? Покажите место, где вы помогли бедному человеку, покажите место, Тумсу. Вы не покажете, потому что нет этого места. Тумсу, ты считаешь себя выше других, выше меня, других блогеров, да? Примерно я тебе говорю. Но ты не смог защитить честь своих женщин, Тумсу. Какой ты после этого мужчина? Как ты смеешь обзывать дружками других блогеров, которые не согласны с тобой, если лорд публично опустил тебя, сказав, что твоя жена гуляет с другим, что твоя жена и сестра гуляет с другим где-то в машине, ну, спит с другими мужчинами. Тумсу, ты смеялся в этом чате, когда это лорд говорил. Ты не мог ему по шариату довод довести, что он не прав, Тумсу. Клянусь Аллахом, если был бы я там, я бы донес бы до лорда правду. И лорд это знает. И лорд знает, что вы не мужчины. Он знает, что вы ничего не сможете делать. Вы только болтать умеете. И он знает, что я бы ему сказал это слово по шариату, чего он достоин, что он заслуживает. А вы этого не смогли доказать. И Хасан, и другие там, несколько тысяч человек сидело у тебя там, когда лорд опускал твою семью, Тумсу. Ты смеялся, и другие над тобой смеялись. Думай, какой ты, Тумсу, не мужчина. Какой ты клоун. Как ты даешь право людям оскорблять твою жену, твою детей, не знаю, там, других родственников? Как ты даешь такое право оскорблять другим? Тумсу, это говорит о твоей ереси, понимаешь? Ты лицемер, ты высокомерный проститутка, понимаешь, Тумсу? Ты ради денег, хайпа, власти вышел на эту дорогу, Тумсу. Ты не беспокоишься о народе. Вам нужна ичкерия, знаешь для чего, Тумсу? Чтобы власть, деньги были, чтобы остались 30% населения, о котором говорил Дудаев. Помнишь, Тумсу, а? 70% населения вы должны уничтожить. Это у вас план с Западом, который вам недовольны. И 30% вы хотите сделать рабами своими, Тумсу. Это все. Закаев кто такой, а? Он сбежал в голубом платье. Я не знаю, правда, он успел надеть женские труски или нет. Или он без трусов сбежал, я не знаю. Он тоже не мужчина, потому что бросил свой народ. Взял деньги, которые, ну, где продал нефть, и сбежал в Европу. Закая тоже, помнишь, говорил, что он едет домой к Кадыру, назвал его братом. Знаешь, почему он не поехал? Потому что Запад сказал, эй, парень, эй, пидор, спустись на землю. Мы тебе заплатили, платили, давай отрабатывайся, деньги сказали, Закая, понимаешь, Тумсу? Поэтому он домой не поехал. Тумсу, мы все знаем, Тумсу, хотите его. Не надо лицемерить сейчас, понимаете? Один Вене сказал человеку, который пришел у него совет просить насчет документов, этот Ичкрит сказал этому человеку, сделай брак с мужчиной, как бы с геем, да, Австрии, и ты получишь документы. Как можно такой совет давать мусульманину брату, поверь? И такие вы хотите, как вы, лицемеры, хотите прийти к власти Чечни, да? Ваше место у Параши, поняли, Тумсу? И Хасана, у вас всех, Закаева там, кто, Арцуева, я не знаю, кто там эти... Все блогеры, ваше место у Параши.
Вы не достойны больше ничего лучшего, понимаешь, Томсо? Томсо, ты не мужчина. Сначала научись защищать честь своей жены и других, ну, своих родственниц, а женского поколения, тогда скажешь нам, что мы дураки или что мы недостойны твоего уровня, понимаешь, Томсо? А пока что, Томсо, ты сидишь у параши, понял, да? Твое место у параши и говно кушать. Ты этого достоин, Томсо, пока. Ты не мой уровень, Томсо, и другие тоже, вы не мой уровень. Ваш уровень это Закаев, там, Арцуев, там, другие, это ваши последователи. Люди, если не верите мне, да, мусульмане, зайдите в чат, это мысль обмана, там это он закинул ролик, где Томсо высокомерит, лицемерит. И где он считает себя выше других. А перед Аллахом мы все равны.